Коллектив спортивной школы «Зоркий» в приподнятом настроении. Они празднуют радостное событие. 70-летний юбилей отмечает их коллега, заведующий отделением лыжных гонок Владимир Марков. Принимает поздравления именинник в этот день и от главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Дмитрий Владимирович Волков поблагодарил тренера за воспитание достойной смены именитым спортсменам. Под началом профессионала с почти 50-летним стажем работы вырастают настоящие чемпионы. На данный момент, конечно, детская спортивная школа у нас сейчас на подъеме. Ну, все, наверное, знают уже, что мы и первенство Московской области выиграла наша школа в общем зачете. И еще кубковая. Соревнования Московской области тоже выиграли. Это, ну, за последние годы это впервые. Раньше мы там или в одном виде побеждали, или в другом, но сейчас мы дубль сделали. И обыграли такие сильные школы, которые, ну, я даже не знаю, у них и бюджет, и все остальное гораздо выше нашего. 3 мастера спорта СССР, 4 России и более 50 спортсменов-разрядников подготовил Владимир Васильевич. И это еще не предел. Он каждый день отдает душу своим воспитанникам, мотивируя их преодолевать трудности и добиваться лучших результатов.